С вами все в порядке, ребята? Откуда у них столько всего этого? Они потеряли все. Покинули зону боевых действий. Она фотографирует вас там. Вам лучше удалить эту фотографию. Они всего лишь дети, чувак. Позвольте им войти в свой дом и устроиться поудобнее, чувак. Мне действительно жаль, что так получилось. Я не могу сказать, что удивлен, если вы услышите, что они выкладывают в пабе. Ребята, это место превратилось в свалку. Мы прожили в этой деревне всю свою жизнь. И предполагается, что мы должны жить вместе с этими людьми, хотя мы их даже не знаем. Спасибо вам за вашу доброту, когда мы приехали. Я действительно ценю это. Кстати, меня зовут Яра. А вас как зовут? Это Томми Джо Балантайн. Не возражаете, если я спрошу, все ли с вами в порядке? Когда я была маленькой девочкой, я мечтала стать фотографом и путешествовать по миру. Если у вас есть свободная минутка, не могли бы вы зайти со мной в паб? Я хотел показать вам фотографии, на которых запечатлен весь образ жизни, только что ушедший навсегда. Когда вы едите вместе, вы должны держаться вместе, так всегда говорила моя мама. Некоторые местные жители тоже испытывают трудности. Все закрыто, даже школа закрыта. Мы даже не можем позаботиться о себе сами. Ситуация становится все хуже и хуже, не так ли? Представьте, что все семьи объединятся и начнут есть вместе. Если вы будете есть вместе, вы будете держаться вместе. Продолжайте. Деревня Старый Дуб. Нам это нужно. Это похоже на чертов лагерь беженцев. Следите за своим языком, приятель. Убедите меня, что это не благотворительность, а солидарность. Речь идет о том, чтобы мы сделали что-то вместе. Чтобы создать что-то новое, нужны силы. Чтобы создать что-то прекрасное, нужны силы.